за это тобой. За Маргелова 27 числа. А я хочу выпить. 27 числа мы пошли с боем домой. А там как? Да. Я приземлился туда и числа. 20. Официально все время считается, что это самое войска вошли 27-го. Ну и бог. Ну мы уже, а? Вот, погромче. Во-первых, 26-го. 25-го. Почти в 70 часов по московскому времени. Дело в том, что ну вот и вот это были представители 350 полка. Не перебивайте, да, надо сказать. Да, сербы, мы уже шли и за мной, который практически за нами самолет, который летел. Мы как раз под крыло вышли, а нас было, мы садимся, все с собой выносим под крыло. Вы дали мне слово, да? Можно сказать? Павлу, дай мне слово, правда, не перебивайте. Не раз вы дали. Поэтому уже у нас были, 27 числа у нас были тоже жертвы, как говорится, потери. Вот самолет разбился. Ну, правда, из наших это самое. Декабря? Да. Какой год? 79-й. 79-й год. Да. Кабулин там. Правда, дивизии, по-моему, у нас вообще нет, вот таких вот самое, жертв не было, когда мы здесь Кабул заняли. Не было. Вот. Поэтому я пью за начало боевых действий, за начало, как это самое. Ну, это так. Начало боевых действий в Афганистане, вот бы 28 числа. Вот. За это вот надо вспомнить, как попало, что Маргелов там вот такие. Ну, сегодня песни, если вспомним, мы продадим в этот момент. И этот самый, это день, который все время там, кто-то отмечает, это там 25-го, кто-то 27-го. Я прилетел туда. 26-го. А 27-го уже мы начали, мы уже были в этом, все, входили туда, в самом. Все, и потом... А там да, тоже он подтянет. Ночь, 7 часов у нас. Подгорит 10-го. А там я уже вспомнил, как вы сейчас представили. В Ютубе. Да, Чепик это самое, это был мой замкомзвод личный. Да. Да. Советского Союза, не России. Это был личный мой замкомзвод. Вот Володин друг, а мой замкомзвод. Выпьем там. Третий там, давайте так. Давайте, да. Ребят, замвод мой. Командиры, кто-нибудь когда-нибудь видел свое личное дело когда-нибудь? Давай, Андрей. Давай, Володя. У меня написано, что личный мой там комбат.